Так, всем привет, меня зовут Бугров Виталий. Хочу поделиться одной интересной новостью, которую недавно узнал. То есть, ну, прежде всего хочу сказать, что это видео адресовано тем людям, которые ищут дополнительный доход, дополнительный заработок. Также, кто хотят начать работать на себя, в частности, работая дома через интернет. И тех людей, кто хочет открыть свой бизнес, не имея каких-то больших инвестиций, стартового капитала. Итак, значит, на российский рынок выходит крупная международная компания, которая работает уже с 2010 года в более чем 10 странах, таких развитых, как Америка, Япония, Малайзия, Канада, ряд других стран. И в ноябре этого года компания будет работать на российском рынке. Компания имеет свои производства. Продает она товары повседневного спроса, также продукты питания, одежду, мелкую бытовую технику, то есть все, что нужно людям каждый день. Кто знает, не знает, что в Корее за качество очень следят, особенно с продуктами питания, там, если что, не так, вплоть, как говорится, тюрьма, расстрел, то есть качество очень высокое. Значит, компания выбрала способ продвижения, это прямые продажи. Кто работал с сетевым, кто знает, компания работает здесь по бинару. То есть компания, простыми словами если сказать, кто не понимает, платит нам за рекомендацию. То есть, если это нравится вам, расскажи другому, получи процент. Какой маркетинг-план, он очень простой, все это можно посмотреть внизу, там есть ссылочки. От себя хочу сказать, мы работаем командой, каждый день у нас есть обучение. Если у вас есть всего лишь свободные 1-2 часа, и у вас есть желание начать зарабатывать дополнительно хорошие деньги, которые вам не заплатят на обычной работе, или очень даже неприличные деньги, потому что здесь тоже можно получать. Это уже касается предпринимателей, кто хочет уже уделить этому больше времени, то есть сделать как свой постоянный источник дохода, и не только. Вот, здесь есть это. Значит, от себя еще раз хочу сказать, кому интересно, подробно у нас все это можно узнать. Также мы работаем через группу, социальную сеть «Контакты», ссылочка тоже есть, добавляйтесь в друзья, в группы. Кому интересно конкретно, можете позвонить, Skype, телефон, WhatsApp, Viber, тоже все это есть. Ну и чем раньше вы начнете, тем у вас будет больше информации, соответственно, больше денег вы заработаете. До встречи!